Средняя школа номер 56 города Иваново к учебному году готова. Какой она предстанет перед учениками, оценил Станислав Воскресенский. Губернатор показали обновленный спортзал, столовую, ну и, конечно, душу любого учебного заведения – музей. В этом году на подготовку учреждения к 1 сентября выделено около 2,5 миллионов рублей. В этом году в школе был сделан небольшой ремонт. Часть денег выделило правительство Ивановской области, часть – город, прежде всего – спортзал, вот, столовую привели в порядок. Надеюсь, что ученикам, которые придут сюда 2 сентября, понравится. В спортивном зале провели капитальный ремонт. Заменили окна, отопление, освещение, покрасили стены, пол, потолок. Все это вылилось почти в 1,5 миллиона рублей. Деньги выделены депутатам городской думы. Мы участвовали в аукционе на проведение этих ремонтных работ. У нас появилась экономия. И вот на эту экономию мы закупили линолеум и настелили линолеум в столовой. Ну и все это нас еще сподвигло на то, чтобы обустроить там креативную зону для наших старшеклассников. Чтобы детки, ну, с особой, наверное, там трепетом и любовью шли в столовую и принимали пищу. Потому что там не только вкусно, но еще и красиво. Столовая действительно получилась очень креативной и уютной. Завтракают и обедают. Здесь около 900 человек. Работает школа в 2 смены. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.